Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Вы ведь часто бываете на совещаниях? И, пожалуй, самая сложная вещь относительно совещания – это запомнить все, что сказали, и записать, а потом найти. Правда? И сейчас я покажу, как Outlook и OneNote вместе могут помочь вам это сделать. У меня на мониторе есть тестовая встреча. Я ее открываю. Предположим, моя встреча началась. Как только она начинается, я нажимаю на специальный значок, и у меня открывается OneNote. В этом файле я могу делать мои заметки. Но я всегда смогу легко их найти. Просто потому, что ссылка на элемент Outlook будет всегда вести на встречу. А начиная с первого клика, заметки к собранию будут всегда вести именно на эту страницу OneNote. Помимо ссылки на встречу в Outlook, в OneNote будет скопировано почти все содержание вашей встречи. Это очень удобно. Попробуйте.